В этом видео хочу рассказать и показать, как диагностировать задиры. Самый простейший способ диагностирования этих задиров. Что такое вообще задир цилиндропоршневой группы? Это когда внутри поршневой группы имеются механические, тепловые или там еще какие-то повреждения. Как их увидеть, эти повреждения? Самый простой способ — это мы откручиваем глушитель. Он может держаться на двух болтиках, может на трех. Вот видите, еще здесь был болт. Откручиваем, снимаем его, глушитель. Вот, показываю вам. Снимаем с этих болтов, стягиваем его. И нам открывается вот это вот отверстие выхлопа. Мы поворачиваем пилу на свет и смотрим. Смотрим вот сюда. Здесь, правда, не очень хорошо видно. Сейчас вам подальше на примере бензопилы партнер покажу. Вот также мы откручиваем у партнера на двух болтиках, видите, держится. Откручиваем ключиком эти два болта. Стягиваем глушитель с этих болтов на себя. Убираем его и смотрим туда внутрь. Вот, видите, здесь хорошо видно. Это вот тепловой задир. Он может возникнуть вследствие теплового перегрева, то есть если пила была чрезмерно перегружена, также некачественная смесь топливная, то есть или вообще было без масла, или масло не то, что нужно. Вот. Вот эти повреждения можно устранить только полной заменой цилиндропоршневой группы. Никакая замена одного кольца вот этого такие повреждения уже не устранит. Пила работать не будет. Полная замена всей поршневой группы, и цилиндра, и поршня, и кольца, соответственно, устранит эту проблему. Пилы бывают разные, но на всех вот эти повреждения можно увидеть. Бывают, конечно, также боковые задиры. Вот сбоку могут находиться здесь или здесь. Но при внимательном, так сказать, рассмотрении все равно их можно увидеть. Задиры бывают не только тепловые, также механические. К примеру, очень часто бывает стопорное кольцо. Здесь его, к сожалению, не видно. Оно сбоку вот тут будет. Оно может надломиться. То есть кусочек, оно вот так вот примерно выглядит. И вот так кусочек его отламывается. Этот кусочек попадает, соответственно, внутрь, ну туда вылетает, и задирает нам поршень и цилиндр. Это уже механическое повреждение. Кстати, если это произошло на время гарантии, это считается гарантийным случаем. И то же самое устраняется при помощи замены. Вот, что касается задиров. Механически, кстати, еще может быть рубашка от подшипничка. Вот здесь вот подшипники, здесь их тоже не видно, которые на коленвале у нас стоят. Вот. Они открытые. И рубашка с них может слететь. Когда уже или время подошло, просто пила выработала свой ресурс. Часть этой рубашки слетает, попадает также между цилиндром и поршнем. Может вообще заклинить все. Может очень сильно задрать. Это уже тогда, конечно, надо менять не только поршневую, но и подшипники смотреть. А вообще при любой замене всегда советую смотреть сразу и подшипники, проверять на износ и полностью оценивать повреждения всей пилы, потому что это уже дорогостоящий ремонт, и возможно проще купить новую пилу, чем отремонтировать старую. Тем более, если эта пила бытовая, так скажем, у нее цена 4000, замена поршневой обойдется 1000-2500. А если еще менять подшипники, менять сальники, то ремонт смысла не имеет. Если это, конечно, пила уже профессиональная или полупрофессиональная и имеет цену под 10 тысяч и выше, то, конечно, смысл в ремонте есть. Все, это все, что я вам хотел рассказать. Проверяйте, следите за основное, конечно, следите за маслом, за бензином, правильно разводите смесь, и тогда вот эти задиры будут появляться у вас гораздо реже.